Мы друзья, радужные пришельцы. Успей поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд. И тогда ты будешь учиться на одни пятерки. Время пошло. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Ну и ребята, на канале Сирена Студио вышла новая крутая анимация «Качки мама и папа Длинноги Хаги-Ваги» против качков мультяшного кота и сиреноголового. Обязательно посмотрите, ссылочка в описании. Ребята, всем огромнейший приветик! Ну а с вами снова я, Слайк Маст, и, конечно же, Дарк. И у нас, ребятки, появились новые радужные друзья. Мы их еще назвали радужными пришельцами. Да, ребята, это самые настоящие радужные пришельцы. И сегодня эти новые радужные пришельцы будут прыгать по ступенькам лестницы в игре под названием Гаррис Мод. Доброго времени суток, друзья! Да, ребятки, новые радужные друзья, радужные пришельцы. Вот такой голубой осьминог. Посмотрите, как он, ребят, прикольно выглядит. Реально какой-то осьминожка такой, одноглазый. Потом такой, ребятки, многорукий... Темно-зеленый пришелец. Видите, ребята, у него целых 4 руки, 2 ноги и какие-то такие вот отростки на голове. Видите, какого цветочка, ребята, у него голова. Лепестки, ребят, цветков. Ну и также еще один, ребятки, новый такой пришелец. На самом деле, даже, ребята, не знаю, на что он похож. Вот такой какой-то, ребят, огурчик, кстати, он чем-то похож на зеленого по форме тела. Тоже такие же длинные руки, голова такая, да, тело такое в виде какого-то огурца. Но у зеленого хотя бы были такие маленькие короткие ножки. Вот, смотрите, ребят, да? То этого, друзья, и ножек даже нету. У него какая-то чисто такая, ребят, штука, на которую он прыгает. И рот, ребятки, у него на руках. Точнее, даже целых, ребятки, два рта. Видите, ребят, такие зубы, такая пасть, ребята, на руках. И множество, видите, глаз. Вот такой какой-то, ребятки, странный радужный пришелец. Но, ребятки, с другой стороны, почему он странный, если это и есть пришелец? Если они для нас выглядят как-то странно, то в их солнечной системе или галактике они выглядят нормально. Вообще, да, ребятки, вот такие вот прикольные новые радужные пришельцы. Голубой, темно-зеленый и желтый. Осьминожек, вот такой какой-то многорукий чудик. И вот такой какой-то желтый, непонятный, ребят, еще один чудик, у которого вместо, получается, рук, вот такие вот рты. И сегодня, да, друзья, эти радужные пришельцы, радужные друзья, будут прыгать по ступенькам лестницы и соревноваться, кто же из них дальше всех и выше всех заберется. Ну а если вы, ребятки, хотите больше роликов про этих радужных пришельцев, вчера уже, друзья, на канале вышел ролик, как они появились, как мы их, ребят, нашли. Так что, если вы не видели, посмотрите. Если вы, ребятки, с ними хотите больше роликов, всякие эксперименты, чтобы, ребят, с ними попроводили, всякие интересные, ребят, рубрики записали, всякие истории и так далее, всякие битвы попроводили, то давайте, друзья, наберем на этой серии 10 тысяч лайков. И тогда мы, друзьяшки, обязательно много всего еще интересного с ними запишем. В общем, да, ребята, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, пишите, ребятки, в комментариях, что нам еще записать нового с этими радужными друзьями. Ну а мы, ребятки, прямо сейчас же начинаем наш сегодняшний эксперимент. Давайте мы сначала, ребятки, за них поиграем, попрыгаем и так далее, а то мы, ребята, еще за них даже не играли ни разу. Тем более, ребят, там не бегали, не прыгали, не испытывали их, не проверяли. А потом, ребятки, их уже, конечно же, сравним друг с другом. Ну, то есть там голубого с желтым, желтого с вот этим темно-зеленым, а темно-зеленого с этим голубым. Короче, ребятки, думаю, вы поняли. Кстати, Дарк, какой тебе из новых радужных друзей больше всех нравится, а? Однозначно желтый, ты просто посмотри на это многоглазое. Рукоротное существо, капец. А мне, кстати, больше нравится осьминог. Вот этот голубой такой, ребята, осьминожек. Ну, мультяшка как мультяшка. Вот этот желтый, вообще капец, что это такое? Да почему мультяшка? В смысле, почему он мультяшка-то? Сам посмотри, наверное, какой-то мультяшный. Он, знаешь, не знаешь, такой, кстати, кого напоминает. Как кого, его? Кого? Майк Вазовский, по-моему, да? Ну, помнишь, такой зеленый одноглазый чудик? Из, как там, корпорация монстров, да? Я помню, как-то так назывался тот мультик. Помню, ребят, как так его звали? Да, похож, только у него не было никаких конечностей, а вот по цвету и в плане глаза вообще самое то. Ну смотри, да, вот прям форма тела, глаз, да и реально, ребят, похож. Это был Майк Вазовский, а у нас Майк Осьминовский, вот. Ну да. Ладно, давайте, ребят, попрыгаем, давай, раз, два, три. Давай, осьминожка. Я буду первый, опа! Нет, я буду первый. Сейчас посмотрим. Опа-на! Хо-хо-хо! Давай-давай, долети, долети! Эх! Эх, ребята! Совсем немного мы не долетели. А, я врезался в стенку, все это поражение. Да, я уже сверху, все. О, тихо-тихо, не перелет! Я перелетел! Серьезно? Я прям перелетел-то. Вообще, блин, ребят, вы видели? Да реально подстава. Взял кстати, такой и перелетел. Он умеет лазить. Он же осьминог, у него щупальца, смотри. По стенкам лазить? Да не, да. Он же не паук.
Как он тебе по стенкам будет лазить? Ну, щупальцами примагничиваются, ты чё? Ну, сейчас, ребят, давайте проверим. Так, а ну-ка. Не-не-не-не-не-не, ребят, не умеет он такого. А жалко, жалко. Так, ребятки, прыгаем. Сейчас мы Дарка нагоним. Хотя уже догонять, ребята, некого. Как же спать хочется. Ой, ничего. Ну все, я здесь. Хотя подожди. Только не говорите, что... Дарк, я снова перелетел. Вы издеваетесь? Ребят, подождите. А как он так перелетает? Он настолько, что ли, хорошо прыгает, что ли, получается? Да, хорошо прыгает. Все, давайте я сюда уже поставлю, хватит. Сейчас, подожди, я с вот этой ступеньки дай прыгну. Ребят, короче, нужно как-то вот так, что ли, прыгать. А так он не долетает. Да ё-моё, а! Короче, да, ребятки, такой вот прикольный голубой осьминожек. Он, кстати, реально, ребят, очень хорошо прыгает. Так, теперь давайте, друзья... Ага, спасибо, Дарк, взял меня такой фисканом. Так, теперь давай за желтого, кстати, попрыгаем. Ну что, ребятки, теперь давайте за желтых попрыгаем. Ну давай, попрыгаем. Такие, ребятки, прикольные желтые пришельцы. Готов? Да, конечно. Давай, раз, два, три. Так. Как он ходит вообще, кстати, ты об этом думал? Не знаю. Он как-то скользит. Может, как улитка какая-нибудь? Возможно. Космический ребят... Гэри, знаешь? Да-да, знаете, какая-то слизь такая космическая, ребят, у него выделяется внизу, ребят, чисто не скользит. Ну, как улитки. Какой-то же, ребят, реально непонятный это пришелец. Слушай, ты как ты высоко прыгаешь, а? Все, я победил, кажется. Ой, я перелетаю, нет. Реально, что ли, перелетел? Ух, зафиксировался. Блин, ребят, а, ну как так-то? Не, ну мне кажется, он похуже прыгает, чем предыдущий голубой. Я еще и застрял, ребят, капец. Серьезно? Сегодня прям максимально, ребят, не везет. Просто реально, ребят, капец, как не везет. Давай быстрее, я за тобой во все свои 10 глаз слежу. Кстати, ребят, реально, сколько у него глаз? 10 штук, что ли? По-моему, 10, да. Опа, привет. Давайте, ребят, посчитаем, сколько у него глаз. Раз, два, три. Тут получается, да, ровно, ребят, 10. Причем, ребят, видите, все глаза у него разного размера. Капец, конечно, наверное, хорошо, да, видит? Капец. Да, очень хорошо. На самом деле, реально, ребят, очень интересный чудик, потому что у него рта, а рты, ребят, у него на руках. Ну, я имею в виду привычного рта, под глазами. Потом, ребят, один у ног, но каким-то образом передвигается. Ладно, да, довольно-таки, ребят, хороший тоже чудик, довольно-таки хорошо прыгает. Так, теперь давай за вот этого темно-зеленого попрыгаем, а то, ребятки, мы их, конечно же, еще сейчас и сравним. Зеленого против желтого, желтого против голубого, голубого против зеленого. Короче, думаю, вы поняли. Раз, два, три. Он на руках, что ли, бегает? Не знаю. Подожди, видимо. Подожди. Такое чувство, ребят, то, что он сейчас как будто на руках, знаете, бегал. Ну, кстати, да. Да как так высоко снова прыгаешь, а? Опа, давай. О, нормально. Мы с тобой примерно одинаково приземлились. Ну уж нет, я не собираюсь тебе проигрывать. Опа, давай, долетай. А, немного не хватило. Ты куда там намыливался? Нормально, я буду первый. Есть, победа! Есть! Слушай, он реально, он кажется... Ребят, смотрите, он, по-моему, реально на руках бегает. Или мне кажется... А зачем ему тогда ноги? Нет, на части, по-моему, на руках бегает. Не-не-не, смотри, на shift нажми, побеги. Он на руках бежит. Да, говорю. То есть ноги, смотрите, ребят, в воздухе он держит. И он чисто на руках бегает. А еще, по-моему, у него, ребят, что руки, что ноги примерно одинаковые, да? Хотя ну, нет, неудивительно. Нет, не, краски не одинаковые. Сам посмотрю, ноги меньше, чем руки. И руки у него 4, поэтому неудивительно, что ему на 4 руках сподручнее, да, сподручнее. Ну, кстати, нет, бегать, смотри, он бегает, по-моему, на 2 руках, а не на 4, да-да. Нет, на 4, точно. Нет, на 2 руках он бегает. Ну, в любом случае, видишь, даже если 2 руки только брать, они подлиннее будут, чем ноги. А ну, значит, шире шаг, да, поэтому быстрее такое. Может... передвигаться, так. Да, ребятки, получается, на руках даже быстрее бегает, чем без рук. Точнее, в принципе, ребят, чтобы быстрее бежать, он, получается, на руках начинает бежать, а не на ногах. Капец. Прикольный, ребят, чудик. Реально прикольный. Ну, ребята, что с них взять? Пришельцы. На самом деле, реально, ребят, смотрите, все какие-то пришельцы. Какой-то такой осьминог какой-то пришельческий непонятный. Этот чудик, ребят, получается, у которого вместо, грубо говоря, ног руки, да? Ну, чтобы быстрее бегать, он, ребят, на руках бегает. А у этого нет рта. Привычного рта, да, получается, один на руках, много глаз. Короче, реально, ребят, какие-то пришельцы. Один многоглазый, один одноглазый и один двуглазый. Ну что, ребятки, теперь давайте сравним их. Давай вот голубой, наверное, попрыгает против темно-зеленого. А потом победите, ребятки, против уже желтого. Так, ну я чур, я хочу за голубого попрыгать.
Ну, он тебе нравится. Да. Он тебе больше, знаешь, по душе так. Давай, готов? Хотя, да. Смотри, он поменьше будет, чем этот. Чем темно-зеленый. Ну, в данном случае размеры могут сыграть с ним злую шутку. Это да. Готов, давай. Раз, два, три. О, да ты побыстрее. Ты намного быстрее, Дарк. О, это хорошо. Ну, а вот прыгаешь, прыгаю, да, ты ниже прыгаешь при этом. Это, ребят, немножечко не та рубрика, где главное бег. Главное, если, ребят, выше прыгать, а не быстрее бегать. Ты прям очень сильно отстаешь. Да я прям бегу со всех своих двух рук, но ничего не получается. Ну все, ребятки, голубой осьминог победил. А ты вот только-только на красную ступеньку полетел. Вот теперь все, ребят, Дарк долетает, и голубой получает осьминог. Теперь, ребят, давайте будем соревноваться против желтого. Да не-не, Дарк, подожди. Драться мы, ребят, сегодня в этом выпуске вообще не будем. Это, ребят, ладно, еще будет отдельный выпуск. У нас, кстати, ребята, появились еще и новые радужные друзья. Вот они. Ну, вы их уже видели. Вот такой. Ждите, ребят, тоже про них отдельный ролик на ступеньках. Мы, ребят, скоро времени устроим битву всех этих новых радужных друзей. Чемпионат, кто самый сильный и так далее. Короче, ребята, все и дождите. Готов? Давай теперь желтый против голубого. Раз, два, три. Давай, желтый, давай. Желтый самый медленный. Ну, в принципе, ребята, ничего удивительного. А с чего это он будет самый быстрый? Ты что сделал? Ты чего? Что я сделал? Ой, капец. Прости. Я хотел подпрыгнуть, и в ту секунду, как хотел... В общем, я разгон уже взял, хотел прыгнуть. Я тебя застопил. У меня разгон аннулировался, я просто на месте подпрыгнул. Все, это поражение. А, я застрял! Да ё-моё! Слушай, а давай еще раз, типа, эту битву проведем, потому что мы же хотим узнать... Я застрял, говорю! А, серьезно? Ну тогда я победил. Ты победил! А-а-а, подстава, ребята! Серьезно? Давай еще раз эту битву проведем, потому что, смотри, у меня был форс-мажор, и у тебя был форс-мажор. Ну давай, я не против. Мы же хотим узнать, кто из них выше прыгает. Я не против. Да. Конечно, ты не против. Но, по-моему, ребятки, голубой осьминог лучше все-таки прыгает. Сейчас давайте еще раз проверим. По-моему, они прыгают одинаково, но мой медленнее. И в данном случае, по-моему, более-менее. Причем он у тебя самый медленный. Темно-зеленый самый, ребят, быстрый среди этих новых, да? А желтый самый медленный. Но у тебя даже ножек нет, ты понимаешь? Давай. Да. Раз, два, три. Давай, пополз. Опа. Давай. Блин, ребят, кажется, мы как-то плохо прыгнули. Ладно, ты бы нормально. Ты знал, как я сейчас плохо прыгнул. А, ты вообще внизу где-то, капец. Да. Не-не, Дар, голубой лучше прыгает, по-любому. Не, они одинаково прыгают, я просто... Я имею в виду высоту, потому что они одинаково прыгают, но именно на ступеньках все-таки ты медленнее, ты хуже, получается, прыгаешь. Все, да, я уже здесь, а ты там где-то внизу. Да и в прошлый раз ты отставал довольно-таки так серьезно. А потому что ты меня скинул, но как только ты застрял, тебя тут же догнал, опять застрял. В этот раз мне сверх не везло, на самом деле. Ну, короче, кажется, ребятки, примерно одинаково, но голубой ничья, лучше. Да. Голубой, ребят, лучше все-таки, мне кажется, прыгать, все-таки он побыстрее будет. Так, ну и теперь то, давай лучше, темно-зеленого. Именно, да, из-за того, что более быстро, он может, получается, дальше выпрыгивать и быстрее это делать, чем желтый. То есть, да, ребят, на самом деле скорость в этой рубрике очень сильно много решает. Ты можешь быстрее разгоняться и из-за разгона дальше прыгать. Ну и, ребятки, осталось сравнить желтого против темно-зеленого. Короче, друзьяшки, кстати, погнали. А за кого ты сегодня еще не прыгал? А, за всех. Я прыгал, за всех уже прыгал, да? Точно. Ну давай теперь за желтого попрыгаю. Хорошо. Ну что, ребятки, желтый против темно-зеленого. Готов, давай. Раз. Ах ты, а. Раз, два, три. Давай. Что? Подожди, а что желтый такой быстрый в итоге? Походу, да, желтый быстрее. Что? А что, ребятки, такой желтый реально быстро оказался? По-моему, у тебя все монстры быстрее, чем у меня, если честно. Давай. Ай, блин, а, совсем, ребят, не повезло немножко, а? Ну, капец. Ай-яй-яй. Зафейлил? Да. А, я тоже. Еще и застрял, походу, да ё-моё. Все, ребята, победа. На самом деле, да, ребят, взял, застрял, блин. Ну, капец, конечно. И снова застрял. Да я думал, ребят, выше прыгает. Не хочет почему-то, ребят, выше прыгать. Да, я бы, ребят, по-любому не долетел бы до красной ступеньки. Зря только рисковал. Мог довольно-таки легко победить. Так кто в итоге-то побеждает, а? Опять непонятно, а, ребят? Ну, осьминожка, по-моему, побеждает тогда. Осьминог лучше всех прыгает, а на втором месте кто? Короче, ребят, на самом деле непонятно, кто в итоге лучше прыгает. Давайте мы еще раз проверим, только теперь мы, ребят, поменялись. Я играю за зеленого, Дарк за желтого. Давай, раз, два, три. Давай, желтый, давай. Опа-на. Почему я, ребят, все время хуже прыгаю, а? Не, серьезно. Ребят, почему?
Но, видимо, желтый все-таки лучше прыгает. Ты видишь, он выше, он выше прыгает, чем зеленый. Я застрял! Из-за того, что я был на маленьких ступеньках, мы, ребят, в итоге застопились очень сильно. Готов? Я провалился сквозь ступеньку. Я жду тебя. Давай, спавни нового быстрее, а. Давай, сел в него, да? Раз, два, три. Давай вот прям реально сравним, кто же лучше прыгает. Так, я здесь, а ты где? Я врезался в стенку. Не, ну желтый на самом деле реально, ребят, не настолько хорошо прыгает. Ну давай. Долетел, нет? Нет, не долетел. Ну и, ребят, дважды побеждает зеленый. Все-таки, ребят, зеленый, мне кажется, лучше прыгает. Хотя, кстати, довольно-таки легко проверить, смотри. Иди сюда вниз, спрыгивай. Ну? Смотри, попробуй запрыгнуть на максимальную ступеньку вот отсюда. Вот, смотрите, давай, ребят, берем, разгоняемся. Опа! Ой. И, ну, довольно-таки, ребят, мы высоко подлетели, почти долетели. Ну-ка, а теперь давай ты. Попробую. Давай, прыгай. Хорошо, я готов. Прыгай. Давай. Слушай, одинаково, что ли? Похоже. Ребят, реально, мы из-за этого, видимо, не можем решить, кто победил, потому что монстры примерно одинаково прыгают. Ладно, ребят, да, тут на самом деле реально непонятно, кто победил, но смотри, голубой точно лучше их прыгает. Вот, смотрите, ребят, мы берем, я уже даже допрыгивал так за голубого, я даже, ребят, вроде перепрыгивал так за него. Опа, смотрите, и мы, друзья, довольно-таки легко сюда долетаем, видите, да? Да, это капец, на самом деле. Голубой, ребятки, лучше прыгает. А зеленый с желтым примерно на равных, но мне кажется, таки зеленый получше прыгает. Желтый как-то, ребят, мне кажется, таки будет похуже. Но это лично мое мнение, ребят, так на самом деле непонятно. В общем, да, друзьяшки, вот такие вот прикольные новые радужные друзья, новые радужные пришельцы. Вот такой, ребятки, голубой свиножек, вот такой желтый чудик с множеством глаз и получается двумя ртами на руках. И вот такой какой-то темно-зеленый, еще один непонятный чудик с четырьмя руками и какими-то лепестками на голове. Не забудьте, друзья, подписаться на канал и поставить лайк. Вот такой сегодня, ребята, обалденный экспериментик провели. Ну а с вами, как обычно, были я, SlikeMust, и, конечно же, Dark. До встречи, друзьяшки, в новых роликах. Всем, друзья, желаем удачи, до новых встреч, пока-пока. Всего хорошего, ребята!